Какие ассоциации возникают у вас с Дагестаном? Многие ответят – горы, горные аулы и старинный город Дербент. А между тем в Дагестане есть еще и море, и с Дагестаном вполне можно связать понятие «пляжный отдых». Поэтому сегодня я познакомлю вас с Каспийским морем. Но кроме этого мы отправимся в Сулакский каньон – самый глубокий каньон в Европе. Побываем на форелевой ферме и научимся готовить аварский хинкал. Дагестан стоит на Каспии. Пляжи здесь пологие, море чистое, поэтому и пляжный отдых в Дагестане развивается стремительно. Чтобы прочувствовать всю красоту этого места, я выбрала отель прямо на побережье. Это гостиничный комплекс «Кассиопея». Здесь уютные номера, большинство из которых с видом на море. В отеле подают разнообразные и сытные завтраки на любой вкус, которые, кстати, включены в стоимость номера. А море буквально в 50 метрах от гостиницы. Дагестан омывается Каспийским морем. И, кстати говоря, лучшие пляжи, лучшие побережья именно пляжного отдыха вот здесь, в Дагестане. И очень много туристов, которые приезжают со всей России, есть даже иностранцы. Ну а сейчас в море. Я хочу привести как можно больше воспоминаний, запечатлеть красоту моря, гор и величие крепостей. Мне помогает DJI Mavic Mini. Он легко помещается в мою сумочку, летает до 30 минут и весит всего 249 грамм. А это значит, его не нужно регистрировать как летательный аппарат. Приобрести Mavic Mini и другие интересные устройства DJI, а также аксессуары для путешествий и развлечений вы можете в магазинах 4Vision, официального дистрибьютора DJI в России. А с промокодом НЕБО вы получите скидку 5%. Находясь в Дагестане, начинаешь понимать горцев, которые не хотят покидать своих аулов и переезжать в города. Местные горы настолько красивы и притягательны, что хочется туда возвращаться и возвращаться. Вот и я после моря решила отправиться в горы, чтобы своими глазами увидеть удивительное чудо природы – Сулакский каньон. Дагестан – удивительная республика. Вот я здесь нахожусь уже 4-й день и постоянно хожу по возвышенностям и покоряю вершины. Но на самом деле в этом есть некая прелесть. Но если вы отправляетесь в путешествие и боитесь, что ваши ноги просто могут не выдержать такой нагрузки, я советую взять с собой натуральный мицеллярный гель Сустафаст от компании Сашера Мед. В его основе только натуральные компоненты. Он помогает сохранить здоровье костей, мышц и суставов. И, конечно же, помогает в такой ситуации, когда на ваши суставы идет большая нагрузка. Вообще, сейчас я отправляюсь на смотровую площадку, откуда открывается, как говорили мне гиды, потрясающий вид на каньон. Ага, вот я вижу, где люди стоят. Видимо, это то самое место. Ох, как красиво! А вот с левой стороны от меня это местная ГЭС. Вот здесь вот водохранилище, тут открывается вид и на водохранилище, и на ГЭС. То есть такая точка, откуда можно увидеть многое. Сейчас я поднимусь на самую высокую точку, которая здесь находится. Высота ее 1920 метров. И отсюда открывается вид на Сулакский каньон. Говорят, что здесь очень опасно.
И это просто невероятная красота, боже мой! Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире. Он даже глубже знаменитого американского Гранд-каньона и занимает по глубине почетное второе место, уступая лишь каньону Катауси, расположенному в Перу. Незабываемое ощущение. Сулакский каньон поражает своей красотой. Это одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, которая находится в восточной части республики. Здесь от восторга кружится голова, и кажется, что ты стоишь на вершине мира, и вокруг ничего, только ты и прекрасная вселенная. И, видимо, голова закружилась не только у меня, но и у коптера, снимавшего эту красоту. Вот сейчас мы на съемках снимали с коптера, и был сильный ветер, и коптер просто снесло, и туда он упал, в этот каньон. Но здесь оказался рядом Мурат. Спасибо огромное, Мурат, который просто-напросто вот снял обувь и полез голыми ногами вниз и достал коптер. Причем вот из нашего страха мы просто не снимали это, потому что это было страшно. Мы здесь находимся уже 4 дня в Дагестане, и нам много рассказывают о том, что дагестанцы такой народ, которые очень взаимопомощью друг другу всегда помогают. То есть если где-то что-то случилось, всегда все придут, весь аул приходит на помощь. И вот сейчас мы реально это ощутили. Ну, здесь тоже ничего удивительного нет. У нас как и деды наши, и родители наши воспитывают, что мимо чьей-то проблемы, что мы никогда не проходили. На этом строится наше воспитание. И как-то не мог мимо пройти и оставить, тем более гости. Спасибо вам большое. Мы отправились дальше исследовать удивительный по красоте каньон. Ведь полюбоваться этим чудом природы можно не только сверху, но и проплыв по водам реки Сулак, протекающей по дну каньона. Однако путь к этому месту оказался непростым. Вообще вот такая возможность бродить вдоль реки у меня появилась не случайно. Сейчас я отправляюсь на Сулакский каньон. То есть я видела его в самой верхней точке, когда каньон располагался внизу, а сейчас у меня будет возможность проехаться вдоль реки на катере. Но путь туда очень долг. Сейчас вы увидите, какое количество желающих туда отправиться. Огромная очередь из 60 машин стоит. Просто и конца, и края не видно этой очереди. Чтобы добраться до глубины каньона, в определенный момент необходимо пересесть на джипы. Стандартный микроавтобус здесь проехать не может. Дорога проходит через опасный перевал и петляет извилистым серпантином. С одной стороны скалы, с другой – бесконечная пропасть. Дорога не асфальтирована, поэтому впереди идущие машины поднимают клубы пыли, осложняя и без того небезопасное передвижение. Сулакский каньон незаслуженно малоизвестен, и это несмотря на то, что он самый глубокий в Европе и даже глубже озера Байкал. Его протяженность составляет 53 километра от Гемринского хребта до Чирюртинского водохранилища.
природы, стоит проделать вот такой экстремальный маршрут. Сначала зарядиться таким адреналином, а потом вот здесь вот насладиться вот этой красотой. Бирюзовая вода в реке Сулак имеет настолько насыщенный цвет, что кажется, словно ее подкрасили. Все дело в том, что на дне каньона залежи голубой глины, которая и придает воде такой волшебный оттенок. Увидеть всю эту красоту нам помогла компания «Дактур». Если у вас, как и у меня, возникло желание отправиться в Дагестан и побывать в этих уникальных местах, туроператор по Дагестану «Дактур» поможет в этом. Пирмагомед, вы представляете турагентство, даже туроператора. Да. Расскажите вообще о вашей деятельности и о том, какие у вас направления есть ваших туров. Ну, в сфере туризма мы работаем именно по Дагестану с 2007 года. А внутренний рынок, внутренний туризм у нас очень слабо развивался определенное время. Последние 3-4 года пошел толчок, очень такой существенный. Я могу сказать, идет он с темпами 50 на 50, то есть каждый сезон на 50% увеличивается поток именно отдыхающих. Но все равно сегодня очень много людей боятся Дагестан, потому что, ну, неизведанно, неизвестно. Вот мы сегодня с вами, вот такой у нас внешний вид, приехали с Сулакского каньона, покатались на джипах, то есть вы поняли, да, насколько безопасно, то есть... Насколько интересно, столкнулись с определенной проблемой, то есть как отреагировал человек, это не просто вот слова, когда просто говорят, там, мы такие хорошие, действиями уже показали наши жители, вот как бы готовы помочь в любой момент, в любой ситуации, не задумываясь, кстати. То есть, да, это выглядит, конечно, безрассудно, когда человек хочет помочь, спускается упавшийся дрон, спускается в пропасть, но... С другой стороны, он считает для себя это нормой, а не остаться в стороне. Все, кстати, всех отдыхающих, которые к нам приезжать будут, мы приглашаем на мастер-классы приготовления национальной кухни и изведать замечательную форель, которую выращивают в наших горных реках. И еще хотелось бы, конечно, сказать и об экскурсионных программах. Я вот упор сделал бы в этом году, в данный момент, на 3 программы. Вот сейчас мы в замечательной гостинице «Кассиопея» в городе Избербаши. Цена и качество этого отеля соответствует. Питание, завтрак, я думаю, вы тоже с ними познакомились. Можно наших зрителей, знакомых их тоже познакомить. Здесь еще очень большой плюс пляжного отдыха. То есть прямо на берегу гостиницы находится. И можно приехать на недельный тур, который у нас определенную стоимость входит, трансфер, встреча с аэропорта, гостиницу обратно, проживание и, конечно же, обязательном порядке нашим гостям бесплатная одна экскурсионная программа. Посещением древнего города Дербента, конечно же, Гуниб, неописуемо Гуниб, в котором есть такие замечательные места, как аул Чох, аул Гамсуталь, Салтинский водопад. Но Салтинский водопад я советую приезжать именно с середины августа до середины сентября, то есть когда он более полноводный, то есть вот такого плана. И, конечно же, Карадагская теснина. Это горная часть Дагестана. Ну, а Сулакский каньон, опять же, Сулакский каньон у нас сегодня поразил нас. То есть... Сулакский каньон, правда, поразил. Вот меня лично он очень поразил. Спасибо за такую экскурсию, за такое, такие впечатления, которые я получила. Это незабываемое, просто незабываемое зрелище. Во-первых, это очень красиво, очень впечатляюще. И прежде чем добраться до этого зрелища, тоже дорога тоже она впечатляет, да, и заряжает таким рядом эмоций и адреналин. Просто выплескивается. Вот, поэтому действительно это очень интересная экскурсия. Я хочу со своей стороны сказать тоже, что когда мы ехали сюда, мы планировали эту командировку, то тоже нас все пугали и говорили, что как же вы поедете в Дагестан, это достаточно опасно. Но что хочу сказать, что действительно мы здесь находимся уже достаточно 3-4 дня,
И только положительные эмоции, только положительные встречи с людьми, с посторонними людьми, вот как до сегодняшней была ситуация. И могу сказать, что действительно нужно ехать в Дагестан. И это правда безопасно, это интересно, это познавательно. И это незабываемо по той природе, которая здесь есть в Дагестане. А есть еще замечательная программа «Чечня и Дагестан». О ней мы обязательно тоже вот поведаем. С полным колоритом, то есть и чеченской кухни, и дагестанской кухни, и, соответственно, достопримечательности. Ну, в принципе, я думаю, вот надо приехать, чтобы почувствовать это все. Одно из очень популярных дагестанской кухни – это аварский хинкал. Но если вы еще не были в Дагестане и не пробовали аварский хинкал здесь, в Дагестане, то его можно сделать у себя на кухне, либо на даче. Но как это сделали мы в нашей рубрике «Дагестанская кухня». Что такое хинкал? И почему он аварский? Дело в том, что Дагестан очень интересный такой регион, и там что не деревня, то новая народность. Хинкал наш будет аварский. Что это такое? В принципе, это вареное тесто в мясном бульоне. Поэтому первое, что мы сделаем, мы наш казан ставим на огонь, наливаем туда воду и кладем мясо. Вообще хинкал можно готовить и на баранине, и на говядине, и на курице, и на утке. Мы в данном случае выбрали курицу. Для теста нам потребуется мука, кефир, сода, соль. Ну и для соуса мы еще взяли помидоры, зелень, чеснок, ну и специи для бульона. Специи здесь у меня паприка, кайенский острый перец, перец горошек и перец молотый. Закрываем крышечкой. Ждем, пока мясо сварится. Значит, как делается тесто? Берется емкость подходящего размера. Туда выливается примерно 170 грамм кефира. Добавляется 250 грамм муки. И немножко соды. Зачем нужна сода? Для того, чтобы тесто было попышнее. И примерно столько же еще и соли. Значит, у нас получилось тесто. Выглядит оно вот так вот. И теперь тесто надо порезать ножичком на квадратики. Примерно 2 на 2, 3 на 3. Курочка варится, тесто сделано, сделаны квадратики, такие вот хинкалы. И теперь нужно сделать соус для этого блюда. Соус делается очень просто. Значит, берется чеснок, зелень, любая зелень, и помидоры. И все это просто перемешивается в блендере вот до такой массы. Мы сделали все заранее. Курица у нас готова, она сварилась. Берем наши хинкалы и бросаем бульон. Для того, чтобы хинкалы приготовились, достаточно просто подождать 5 минут. И аккуратно помешиваем. Теперь самый главный момент. Как подавать хинкал к столу? Сначала надо выловить, собственно говоря, самих хинкалов всех. Они кладутся вниз. Следом кладется мясо. Вот примерно вот так. Немножко добавляем зелени, и теперь это можно кушать. Можно не только отдохнуть, съездив в горы или посмотрев какие-то достопримечательности, можно еще и заехать в форелевое хозяйство, ну, увидеть, как выращивают рыбу. Вот видите, вот здесь вот такие сетки. Ну и, конечно же, отведать вкусной форели. Здесь, в этом форелевом хозяйстве, которое называется «Главрыба», выращивают два вида форели – радужную и золотистую.
здесь вот как раз какая у нас золотистая? У нас здесь и золотистая форель, еще мы называем ее янтарной форелью. Ага. Есть и несколько экземпляров радужной форели, тоже вот мы там видим. Ой, красивая какая, красивая какая. Вода здесь вот в этом форелевом хозяйстве проточная, то есть она вот постоянно меняется. Здесь создается такое искусственное течение для того, чтобы вода обогащалась кислородом, и за счет этого кислорода было питание рыб. А вообще это естественное озеро, естественный пруд, где есть вот садки, в которых выращивают форель и белого амура. Но есть некоторые места, где в свободном плавании плавают карп и ряд других рыб. Вот видите, как они бросаются за форель, как она бросается на кормление. На территории форелевого хозяйства «Главрыба» можно не только увидеть, как выращивают рыбку и отведать ее в уютных ресторанах, но и покататься на лошадях и даже посетить небольшой музей быта традиционного дома горцев. Везде, в наших аулах, в наших горных селах, мальчики, женихи, караулили девочек, невест, около родников, ждали, пока те придут за водой. Несмотря на тот мужчин, с которым она приходила за водой, они могли определить, она замужем или нет. У незамужней девушки это был всегда очень красивый, начищенный до блеска, с узорами, Александр, с орнаментом, с вот такой красивой фигурой 60-90, 60, как эти параметры называются, вот такой фигурой с текущей. Когда она выходила замуж, на следующее утро свекровь уже давала ей свой кушин, видавшийся вид, который очень много раз падал со скалы, и говорила: «Доченька, сегодняшнего дня это будет твой кушин». И вот смотря вот на такой кушин, эти ребята там знали, что она замужем, на нее уже внимания никто не обращал. Ну, любителей киви, я думаю, найдется немало. А вот как растет этот фрукт, думаю, знают немногие. Но вот здесь вот есть шанс познакомиться, как растет киви. Вот там вот уже плоды можно видеть. А вообще киви — это такое растение плетущееся. То есть видите, он в принципе как виноград, плетется по основанию, которое вот такое решетчатому. Высаживают киви исключительно мальчик и девочка, то есть мужской кустик и женский кустик. Видите, они вот так вот особенно растут и дают свои плоды. Но есть такие, кто высаживает киви у себя в домах не для того, чтобы собирать плоды, а для того, чтобы получить над своей беседкой обширную тень. В кулинарной рубрике мы уже показывали, как готовить аварский хинкал. И все-таки мне захотелось узнать рецепт этого дагестанского блюда от местных хозяек. Поэтому я отправилась на мастер-класс в ресторан, который находится в форелевом хозяйстве «Янтарное». Скажите, а вообще из чего состоит аварский хинкал? То есть это сода, соль и мука. Но это тесто. А еще и чеснок, томат, вот туда будет и мясо. И мясо. Можно сушеное мясо, баранину, говядину. А мы с вами будем из чего готовить? И сушеное, и говядину, и колбаса. Так много? На весь ресторан будем готовить? И на 1 килограмм хотя бы 2 ложки соды. Соды? Да. Для пышности, да? Для пышности. Если мало соды, то они не поднимутся. И сыр. А если сделать на воде, это уже неправильно, будет не настоящий да. Хинкал, да? Они вообще не поднимутся. И вот так вот мешаются. Главное, чтобы сыворотка была не свежая, а чтобы он простоял где-то день-два. Если она свежая, то нам нужно уксус добавить в молоко или сыворотку, чтобы она была кисленькая чуть. Понятно, такой чуть-чуть прокисшая, да? А она должна после того, как мы его сделали, должна постоять? Нет, сразу, да? Сразу, потому что она... тогда они получатся хорошими. Вообще вот это блюдо, оно... испокон веков, да? Да, она у нас и на праздниках, и на свадьбах. А вы от кого научились готовить? То есть вам кто показывал?
Это меня научила моя мама. Ваша мама? Да. Несмотря на то, что вы работаете здесь поваром, я так понимаю, да? Но все равно этот рецепт, это ваш вот такой семейный. Уже лет 12-13, да. 12-13 лет уже девочка может приготовить хинкал. Теперь уже можно будет раскатывать, да? Давай. Сделаем красивый кружочек. Угу. Раскатаем где-то сантиметров 2-3. Ну что, хотим, тесто готово, наверное? Да, тесто готово. Сейчас будем уже разрезать. Так, можно я попробую тоже? Так, ну что? Вот так, да? Вот так показываю. Идем закидывать в воду. Так. Ух, джин сейчас будет тут из котла. И теперь варим их 5-7 минут. 5-7 минут, да. Фатима, то есть такая традиция есть, что невеста варит хинкал, да, постоянно. Невеста должна варить всем друзьям, родственникам хинкал. Это сколько она времени варит такой хинкал? Каждый день? Каждый день. В течение какого времени? Пока они наедятся. Пока они все дома. Интересный процесс. Ага, давайте, конечно. То есть она варит и несколько раз в день может варить. Может несколько дней. И теперь, видите, самый главный такой момент, самая главная хитрость. Надо каждую вытащить и проколоть зубочисткой. Это и есть та самая хитрость, о которой не знал московский повар и которая поделилась со мной Фатима. Так что на мастер-класс я пришла не напрасно. Обратите внимание, то есть все они беленькие, такие нарядные, а один, который не проколот, он действительно синеет, как говорила Фатима, что он посинеет. Вот он посинел. Обиделся, что его не прокололи. То есть вот подавать на стол нужно хинкал вот таким образом, да? Да, это уже томат. Это соус. Это что? Да, это томат я уже пожарила в масле, соль, перец и бульон. Ага. И теперь туда чесночка свежего. А вот это что это такое? Это бульон. А, это будет тоже туда макать? Это нужно. Можно налить томат сюда. Прям какой... Целая наука, чтобы есть хинкал и приготовить, и съесть. Мастерством этой науки со мной поделился сам хозяин ресторана. Салим любезно показал мне, как правильно есть хинкал. Необходимо, чтобы на вилке было и мясо, и сам хинкал. И прежде чем съесть, нужно обязательно обмакнуть в чесночный соус. А после запить мясным бульоном, в котором и готовился хинкал. Салим, а вот кроме хинкала, какие еще популярные блюда дагестанского? Кроме хинкала у нас где-то 45 блюд. Их всех не перечислить. Очень вкусные блюда. Кто хочет отведать, может приехать к нам в Дагестан. Отведят домашние блюда от бабушки, то, что бабушка готовит. Экологически чистые, вкусные. Вот желающих мы приглашаем к нам в Дагестан попробовать наше национальное блюдо. И то, что вы сегодня видите, это труд двухлетний. И в дальнейшем будет еще интереснее. Красочно. Дагестан стал настоящим открытием для меня. Эта земля богата историей и мастерами, известными на весь мир. Здесь фантастическая природа, древние аулы, вкусная кухня и гостеприимные люди, для которых самое важное – это семья. И земля, которую они ни на что не променяют.